отбили атаку барона. Но навсегда оставить эту проклятую пустыню позади нам мешает нехватка топлива. Так что пока остальные готовят Аврору к отъезду, я, Гюль и Дамир должны пробраться в нефтяной терминал и выкрасть оттуда цистерну с топливом. Нужно открыть ворота изнутри, чтобы ребята могли подъехать на дрезине, прицепить цистерну и уехать до того, как бойцы барона успеют очухаться. Гюль с Дамиром будут ждать меня возле терминала.
тебя. Артём, мы тут осмотрелись. Главные ворота охраняет небольшой отряд. За ворота еще через Зиндан. Подземелье, можно идти. Там Мунай-Байлер рабы держит. Да, в общем, план такой. Мы с Гюль попробуем тихо снять их охрану и пройти со стороны ворот. Ну а если тихо не получится, они, по крайней мере, на нас отвлекутся. А ты через подземелье зайдешь к ним в тыл. Пойдем, проведем тебя. Не отставал. Просьба вам. Если получится, не убивай местный. Он люди неплохой. Мунай-Байлер только слушался. Барон слушался. Боялся и слушался. Гюль насчет местных правильно говорит. Вот, нам сюда. Молокососы сплошные. И мозги им с детства, похоже, промыли. Так что, пожалуй, стоит их пожалеть. Решетка, значит? Ну что ж, попробуем. Значит так, я приподниму, а ты пролезай. Да скорее, тяжелая зараза! Давай, давай! Отлично. До встречи наверху. Ешь кем жёг, мля. Никто не ходил, дураки жёг. Мы стоял, стоял, каждый день стоял. Пользой жёг мля. Лучше охоту ходил. Дураком да кожак ты рабство брал. Дуры, стой, высмыли! Правильно сказал, зачем мне. Эй, что там за шайтан? Это шайтан? Это он? Он здесь! Смотри! Он здесь! Смотрите! Я тебя скоро находил буду! Шайтан не скрыться от священной плана! Опять ничего совсем. Он здесь! Он здесь! Смотрите! Подожди, да? Заряжай! Да?
Я тебя скоро находил буду. Шайтан не скрыться от священной пламя. Он здесь! Смотрите! Благо, защити от всех, кто хочет убивать мой хозяин. Зажги их совсем. Thank you.
Всех убить пришел, всех нас. Убить Мерза, убить рабы. Это сын. Пощади Мерза, не убивай. Я просто раб, просто раб. Ты как, цел? Отлично. Зря я, значит, волновался. Смотри, цистерна залита под горлышко. Хорошая новость. Но есть и плохая. Ворота закрыты, и забрать ее мы не можем. Товарищ полковник, это Дамир. Цистерна у нас, но возникли проблемы с воротами. Видишь, провода от ворот ведут на вышку. Но вот как туда попасть? Прямо крепость неприступная.
серьезно задумали атаковать нашу крепость? Я, конечно, уважаю храбрость, но умирать просто так все же не стоит. Кто у вас главный? Поднимайся ко мне, нам есть что обсудить. Ты смотри, как заговорил, гад. На все 180 развернулся. А ведь мы ему насолили как. Прячь волыну и поднимайся ко мне, иначе прольется море крови. И совершенно зря. Открыть ворота и впустить гостя. Куда ты пропала? Я уже наверх, на вышка. Есть план. Поднимайся! Тебя никто не тронет! Если сам, конечно, не нарвешься. Не нравится мне это. Но вариантов нет. Если не уедем, все в этой пустыне ляжем рано или поздно. Удачи, Артём. Если что пойдет не так, еще для Рэмбо эту шалаву, Гюль, какая баба, хоть слово надо! Сюда давай, бля! Ух, сколько же их там, не ты качал на того обойди, сразу к чистым двигай наверх! Женщины даже. Еще промздишь с козлами этими, бугор штынила не любит. Пентхаус, во! Не, ну костыль, ну с хера так долго ты? Тебе починить, расплюнуть, мля! Ты того, мля, не мешай чисто! Я бугру тут мучу кое-чего, усёк? Топал бы ты отсюда, честно. А если чё, так давай, ему и предъявляй. Типа того, мля, чего вперед меня лезешь? Не, ну, костыль, ну ты да. Спасибо. Мне на дело без зажигалки не вжило, реально. Если до рейда замутишь, я тебе запчастей притараню. Или тупо половину навара отсниму. По рукам? Ты мне лучше бабу притащи. Лады, не вопрос. Ты чисто того, обойдина. Видишь, обезьяны тут напрягаются. Почему? Не мешай животным расти над собой! Давай, тяни, бля! Тартенесна! Фиг ли тебя вчера кормили на? Вали, козла, пока не подпалил тут все на! Прости! Не надо, хозяин! Я не хотел! Слышь, тебе, короче, по лестнице. Пройдешь хаты блатарей, потом гарем. А там уже хата самого бугра будет. Не, ну че ты там копаешься? Давай уже сюда иди. Слышь, мля, что творится? Хозяйскую воду крысила, сука. Надо, мля, спросить створить. Прости, улы, мырза. Менкин. Ты собака! А ну заткнула! Хуже собаки! Вода давай, для давай. Людей! Ну, ты для хозяина! Бугор, мля, штрафи не поняла! Эй, ты, мля! Сюда давай, нам! Молодец, да, с пониманием отнесся. Теперь убрал это дерьмо отсюда, да злобысно! И быстро, мля! Зачем хозяин злой, как пес? Хоть здесь меня не видел, не бил. О, бля, смотри, гастролер пожаловал. Бугру пятки лизать, походу. Ну, давай, давай, давай! Ну, чё ты еле шевелишь? Эй, красавчик, издалека приехал.
Это ты... Не ожидал такого приема. Спрячь оружие. Здесь мы можем поговорить, сняв маски. Всем присутствующим я полностью доверяю. Странно, что я не особо расстроен вашими шалостями. Что поделаешь, наш мир жесток. Я лишь по мере сил стараюсь привнести в него толику порядка, без которого нет надежды на что-то лучшее. Нет самой жизни. Но перейдем к делу. Вряд ли вы прибыли сюда насладиться погодой. А значит, у вас есть важная цель. И цель эта где-то далеко. Я готов помочь вам достичь ее, предоставив горючее для продолжения путешествия. Взамен же я попрошу немного. Отдайте мне Гюль. Приведите ее, и все мы выиграем. Я получу Гюль, вы горючее. И все будут жить долго и счастливо. Ну что, пору... Расставай, кто за тобой? Ты ответишь за все! Закрыл! С той стороны, трус! Как говорить с таким? За дурака меня держите! Не захотели обмена? Ну, значит, подохните все! И ты, Гюль, первая! Убить их! Артём, приготовился! Нужно прикончить этот собак! Вон он, сука! Вот тебе! Тёмыч, что происходит? Юль, ты слаба и ценишь слабых, но мир живет по совсем другим правилам. Сейчас я тебя убивал, завтра ворон твой. Всегда побеждаешь сильнейший. Наша сила в единстве, в вере, сплотившей наших подопечных. И именно благодаря этой вере мы можем защитить их. Направить их, не дать им сгинуть в пустыне. Но ты, Юль, ты смущаешь моих подопечных. Они видят в тебе некий символ. Вокруг тебя и мерещится этакая аура запретности. Аура дизайна уже падает. Но твоя... Убить их! Артём, приготовился! Нужно прикончить этот собак! Это чё там? Вижу падлу! Падла! Тёмыч, что происходит? Сука, бля! Юль, слаба и ценит славу, но мир живет по совсем другим правилам. Всегда побеждает сильнейший. Наша сила в единстве, в вере, сплотившей наших подопечных.
видят в тебе некий символ. Вокруг тебя и мерещится этакая аура запретности, бунтарства. Аура никому ненужных проблем. Но твоя смерть сможет ее рассеять. Почему замолчала? Артем, я пойду туда, пока собака не убежал совсем. Его поймать и дверь тебе открыть. Держись. Куда собрался, трепач? Вот ты где! Получай, гад! Дверь тебе открыть. Держись. Куда собрался, трепач? Вот ты где. Получай, га! Дверь тебе открыть. Thank you.
это! Ты, я смотрю, не сдерживался. О, ничего себе! Вот значит, о каком плане Гюль говорила. Какого черта у вас там происходит? Уходите оттуда! Я пошлю ребят прикрыть отход. Дверь поддается. Артем, давай подложнем! Артём! И вот с этим вот занимаю ты хотела создать новый мир? Не выйдет! Здесь! Держу! Займись бароном! Всегда выживает сильнейший. Артём, убери голову. Ворота открыты. Цепляем цистерну. Вы дал мой народ надежда. Я это... никогда не забуду. Но война для меня только начался, а теперь надо закончить дело. Артём, нас привела сюда твоя мечта, но моему народу она не поможет. Теперь это и моя война. Уходи, Артём. Иди к своей мечте. Зайчонок, я так волновалась. Фанатики с Волги, людоеды из бункера в горах, рабовладельцы с берегов высохшего моря. Сколько же чудовищ породила война? Или они были всегда, а война лишь дала им возможность проявиться во всей красе, и теперь от них никуда не деться? Сможет ли Дамир, оставшийся в пустыне, чтобы вместе с Гюль привести их народ к свободе, справиться с еще одним чудовищем?
инерции мышления, заставлявшей местных десятилетиями переносить любые тяготы и лишения и, не щадя своей жизни, служить тиранам. Не знаю. Это чудовище может оказаться посильнее всех остальных. В любом случае, терять надежду рано. Мы все ближе к нашей мечте — найти пригодное для настоящей жизни место без радиации мутантов. На добытых в пустыне картах обнаружилось несколько многообещающих вариантов, и весь экипаж с нетерпением ждет решения полковника, куда же Аврора отправится дальше. Пока же поезд плавно катится на восток. Экипаж отдыхает, а Степан сделал Кате предложение, от которого-то не смогла отказаться.